Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Что? Облсовет и областная администрация вообще нужно срочно ликвидировать. Это чаще всего просто про разворованные народные деньги. А то, что произошло в Одессе, это вообще позор. Такие возмущенные строки написал полчаса назад в Фейсбуке бывший глава Одесской администрации Михаил Саакашвили. Один из главных понедельников Порошенко. Латинфундист и феодал из Арциза, известный своей алчностью и жесткостью по отношению к людям, главный распорядитель скупков голосов в пользу Порошенко на президентских выборах, стал председателем облсовета. Это прямой вызов президенту Зеленскому и издевательство над жителями Одессы. Нужно без отлагательства досрочно выборов, полная реформа и обновление власти. Михаил Саакашвили разместил ссылку на новость о том, что 21 августа депутаты Одесского областного совета поддержали решение досрочно прекратить полномочия председателя облсовета Анатолия Урбанского в связи с избранными последнего в Верховную Раду. Далее депутаты тайным голосованием избрали нового председателя Сергея Порощенко. По итогам тайного голосования кандидатуру депутата Сергея Порощенко от депутатской фракции «Блок Петра Порошенко. Солидарность» поддержали 55 депутатов, против 1, воздержался 1, всего принимали участие в голосовании 58 депутатов. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.